Всем привет! Вы на канале Hardreset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как изменить размер шрифта на Фейсбуке через iPhone. Итак, нам надо зайти в настройки нашего iPhone. После этого в поисковую строку вписать Accessibility. Выбираем этот пункт. После этого нажимаем на Display and Text Size, и здесь выбираем Larger Text, то бишь увеличенный текст, и нажимаем на эту галочку. После этого вы можете увеличивать текст, как вам угодно, также уменьшать. Например, поставим самый большой, чтобы было наглядно видно. Переходим в Facebook и видим, что текст у нас увеличен. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hardreset Info, и до новых встреч!